Самое лучшее место, чтобы привести это вот сюда. Главный автор этих выборов – белорусский народ. Все, что начертит он в кабинах для тайного голосования, тому так и быть. Поэтому мы рассчитываем на лучшее. А что будет, поживем, увидим. Я хочу, чтобы мои и ваши дети, и дети всей Финляндии, всего мира, главные дети, чтобы они жили и видели свои перспективы. Во имя этого мы должны с вами работать и смотреть друг на друга под этим углом зрения, прежде всего. Я думаю, что проходит вполне нормально. Это не только мое мнение, это и мнение и других иностранных наблюдателей. Меня так-то приятно удивило, что люди идут желанием голосовать. То, что я не могу сказать насчет болгарских избирателей. Организация голосования и оборудование избирательных участков полностью соответствует законодательству Беларуси и ничем не хуже, чем в других европейских государствах. Выборы состоялись, и в ходе данных выборов, по предварительным данным, избрано 109 депутатов. Не избран депутат только по одному избирательному округу. Общая явка избирателей по Республике Беларусь составила 74,3%. Миссии наблюдателей от Содружества независимых государств приходят к следующим выводам. Выборы 23 сентября 2012 года проведены согласно Конституции и Избирательному кодексу Республики Беларусь. Прошедшие выборы соответствовали общепризнанным демократическим нормам, были прозрачными и открытыми и обеспечили свободные волеизъявления граждан Республики Беларусь. Вот выводы, к которым пришла миссия наблюдателей от Содружества независимых государств.